Уровень воды в Енисее медленно уменьшается. Сейчас он на отметке в 4 метра 41 сантиметр, сообщают в мэрии. К полудню понижение составило 7 сантиметров. Все еще подтоплены обе набережные и почти все острова. Из конкретных точек – участок в районе музейного центра, Абаканская протока, придомовые участки, гаражи в поселке Удачные, улица Турбаза, набережная Качи у парка Победителей, спортплощадка у Центрального парка, подвальное помещение 3-го арбитражного суда и подземная парковка на Мичурино.